Ой, наш очередной отчетный концерт. Кажется, 27-й. Или я ошибаюсь? Ну, в течение концерта посчитаем. А на сцене репетирует наш дошкольный хор. Сколько ж можно мучить меня?
Ваша,
Thank you.
наших коров. Thank you.
Thank you.
все знают, что девочки, которые дирижировали, полностью сами выучили это произведение, свои произведения от начала до конца. Не просто хорошая девочка, а действительно человек, который очень много жизни, это вот эти ребята и другие, очень много, большую часть сил своих жизненных отдали этому хору, школе, музыке и, конечно, будут всегда просветителями, а я как без них обойдусь, не знаю. Но, к счастью, они пока еще остаются в старшем хоре, немножко улучшает дело весны. А в связи с вышеизложенным, ну, абсолютной отличницей Юлии Валентиновна Фадеева,
наши тоже такое слово «отличник», тем более «абсолютный». А у нас-то совершенно спокойно можно. Дело в том, что они 7 лет учились без оценок, мы никаких оценок не ставили. И сейчас могли бы не ставить, поэтому с большим удовольствием все-таки ставим. Кашкадаева и Екатерина Владимировна, 7 пятерки. Абсолютная отличница. Никак не ожидал. И вдруг раз, понимаете, никогда не была. Вроде бы. И вот, вот, и вот, пожалуйста. Ирина Станиславовна Борщева. Хорошие ребята, все оставшиеся, поэтому можно больше так и не говорить. Даже средних нет. Вот так же повезло в этом году. Вручаем свидетельство 279-го Бурыльной Оле. Добрые девочки, все остальные тоже очень хорошие и добрые, но вот почему-то так первый приходит. Ира Скотникова. Валерий Шеф.
Картаваль пришла в хор маленькой, но вот эта девочка ее учила. Не мог остаться, мог уйти. Но всего двое осталось. Это очень хорошо. Вручаю свидетельство Чевардиной Нине Александровне. Они уж давно школу кончили, давно имеют свидетельство хорошее, без них тоже трудно себе хор представить. Вот, но они у нас уходят в этом году. И мы с вами прощаемся. Это Витя Кириллова. Вика, вот эта девочка, которая все очень любит, она человек невероятной душевной доброты и теплоты. Очень простая, очень естественная во всех обстановках. С ней всегда было очень легко разговаривать, с ней всегда очень можно было на нее рассчитывать. Она была очень всегда непритязательная и в то же время никогда не была сзади. За ней нет никаких долгов, никаких грехов, никаких в самом хорошем смысле. То есть она вот знает, что хор, и вот в хоре она вот то, что должна делать, и даже гораздо больше. Поэтому ребята все вокруг нее, и педагоги ее все любят. Вот. И, конечно, мне жалко, она у нас старенькая, ей же надо чем-нибудь еще заниматься, нельзя же что-нибудь петь. А вторая девочка тоже очень хорошая. Она наш председатель. Сейчас в училище, будет сама педагогом. Да, была в совете хора всегда, была руководителем вот групп всяких. Очень хорошо поет и пела всегда, и дальше будет очень хорошо петь. И когда понадобится хору что-нибудь такое, я тебя опять призову. Вот, спасибо тебе большое. Я просто хочу на прощание, что ли, ребятам всем вот при всех сказать. Опять же, я им хочу сказать, знаете, вот это кажется традиционно, но это абсолютная истина. В первую очередь, я им хочу сказать большое спасибо за работу. Они учатся в общеобразовательной школе. Это очень большой труд учиться в школе вообще, а в нашей, так называемой советской, тем более. Это очень сложная работа. Но здесь они никогда не прятались за обилие другой какой-то своей загруженности. Все эти ребята были действительно и остаются действительно вот носителями старшего хора.
Они действительно мои помощники, и я с ними так и разговариваю. Я же их не упрашиваю что-нибудь специально сделать для хора или там в помощь администрации как таковой, понимаете? Это ребята, на которых можно вот просто положиться. Я могу поехать в любую поездку с ними. Я могу отправить их к любым гостям, к любым людям, в любые семьи. Мне никогда не будет стыдно. И даже больше того, наоборот, ко мне приходили и говорили, какие же у вас хорошие дети. Это, конечно, говорили про всех, про весь старший хор. Но в первую очередь, конечно, это относится вот к этим ребятам, которые когда-то были многие пятилетними, почти все были шестилетними, почти все. Может, кто-то только пришел вот чуть-чуть попозже. По-моему, Юля Фадеева пришла попозже. Остальные, да, кто-то не из дошкольного хора, даже пришли. Вот. Кроме того, я просто хочу теперь, вот я вас поблагодарить тогда, вот, и хочу вам пожелать, ребята, никогда с музыкой не расставаться, это тоже вроде традиционно, но знаете как, жизнь заедает, и можно про нее, ну как сказать, не то что забыть, а можно немножко переувлечься. Я знаю, что тот заряд искусства, музыки и человечности, который в нашей школе через музыку и через наше общение мы старались ребятам как-то подарить. Вот. Я уверен, что это в самые трудные минуты всегда будет вас как-то выручать, спасать, подбадривать, поддерживать. А вы не забывайте никогда про ваш значок. А этот значок говорит о том, что они должны нести это другим. Все не для себя, а все вокруг себя. Вот идет, и вокруг него должна быть такая вот, знаете, сфера, только прекрасная и хорошая. Все ребята к этому, в общем-то, готовы. Но все-таки вы еще маленькие, у вас еще вся жизнь впереди, и постарайтесь не потерять. Я вас поздравляю с окончанием нашей школы, желаю вам хорошего здоровья всем и всем дальнейшей творческой и жизненной удачи. Удачи в вашей судьбе. Способен на грабеж и смелую подлость не
верить такому. Я совершенно уверена, что у всех этих детей есть музыка в душе. А если она у них есть в душе, это значит, что из них уже вырастут хорошие люди. И вот за это, за все мы очень благодарны руководителю этой школы. Мы благодарны всем преподавателям-музыкантам. Они прекрасные музыканты, потому что они отдают нашим детям частицу своего сердца. А им это как вернется сторицей, добром и благодарностью и от детей, и от нас, родителей. И пожелать школе хочется, чтобы никогда в этой школе не иссякала творческая сила, и чтобы всегда в ней звучало высокое искусство. Полегче. С младшим хором почти легко, с кандидатским просто нет проблем. А старших я забыл, как некоторые вспоминают, они просто детей своих бросили и ушли. Но это потому, что видно много очень дома работы с этими же ребятами. Так что я очень благодарю родителей и тоже поздравляю их с тем, что дети учатся в нашей школе, особенно выпускников. Большие дети. Всем вам и всем нам в нашей весне многое-многое лето.